Потянуть. Красава, бро. Так надо было сделать с самого начала. Сбрудак. Лежать. Блин, уже прошло действие фигурки. Пока я слабо представляю, что ты имел в виду. О, смотрите, у него такой же меч, как у меня. То есть мне нужен факел. Сейчас, секунду тогда. Господь! Если я сдохну, это будет пиздец. Это пиздец. Просто идите. О, это место? Спасибо, что хоть суициднулся, брат. Ну чё, поехали, битва с мимиком. Его локнуть сначала нельзя. Я поехал. Ни хрена себе, он тут какой адовый, но я просто убил его с двух ударов. Темные наручи и рабочий крюк. Ой-ой-ой-ой, братцы. Пошел. Ну вы дебилы. Сейчас бы еще умереть от мопцов перед боссом. Ой, ведьма идет навстречу. Ну круто. Я как бы ничего не хочу говорить, но это риф. Лошарики, до свидания. Я пошел к боссу. Ого, какая сексуальная бэйби. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну не! Ну не! Я не понимаю, почему? Блин, надо поднадеть кольцо душ. Ну, обосраться. Ой, а кто это у нас без хвостика? Это маленькая моя подруга. До свидания, тварь! Теперь я понял, знак свыше был только лишь для того, чтобы я надел кольцо и мне дали больше душ. Вот оно в чем дело. Вот оно в чем дело, господа. Все было намного проще. Я, конечно, не эксперт. Да это просто анал какой-то. А все, эти пацаны больше не будут выходить? Ёб твою мать, что с тобой? Ты спидом больна? О, так... Как стыдно, я одета в как... Так сними эти тряпки. Хотя нет, не буду. Трипер какой-нибудь подхвачу.
Все пошло не так. Все пошло не по плану. Одень ее в ведьму, говори с ней. Так, пацаны, я сейчас в туалет схожу тогда и вернусь. Сейчас, секунду. Подождите. Выглядит очень пафосно. Как будто я в мире Вархаммера каком-то оказался. К сестрам битвы сейчас влетаю в церковь. Я исследовал. Фехтовальщика Шерон! А вот так вот, без приветствия! К тебе суперудар! Ой-ой-ой, жестко очень. Ой-ой-ой. Что за... тёлочка! Почти как ассасин по мувсету. Господь, как же мне повезло! Давайте, кстати, купим лестницу. Реально. К черту. Вот когда у меня еще могут появиться души? Я пойду куплю лестницу за 12к. Такой вот мажорский вариант лестницы. Ну надо же! Действительно очень щедро, особенно для тебя. Я всегда так радуюсь, когда выпадает шанс кому-то помочь. Конечно, 12 тысяч душ, блин. Вот это лестница. За 12 тысяч душ. Я бы за нее 5 душ дал бы. This ladder's not for sale. The only things I sell are... Ой! Пошел в жопу, тварь. Нифига, как по ней круто елозить. Это лучшая лестница. Как он вообще такую лестницу поднял? Она выше, чем небеса. Сейчас самый лучший геймплей второй части будет. Ёб твою мать. Ладно, лучшего геймплея второй части не будет, пацаны. Открываем врата. Бронник Денис! Надо захилиться. Надо не умереть. Так, надо сейчас, знаете, что сделать? Вот так вот. Смотрите, оп. Оп. Обманочка. Ну, обосраться теперь. Давай, скорлупка, проводи меня, блин, до забора. Ну, я не тебя хотел увидеть, я хотел сраного Дениса увидеть. Скорлупка! Да его тут нереально убить с этим мечом. Что вот это? Как он... Я не понимаю, почему ему урон не наносится? Что за бред? Он прямо находится под ударом. Как? О нет, желает капустынный волшебниц под угрозой. Это ж просто адовая атака. Захилиться или сдохнуть? Это самый сильный фантом NPC, которого я когда-либо встречал. Как этого бычка отключить? Его отключение в конце локации, так что просто беги в пламя ради айтема. Блин, ну ладно, давайте. Я сделаю так, я захилюсь.